Современное искусство для любителей классики. Накануне в Доме музея Игошева открылась выставка «Древо познания». Это проект двух московских художниц. Экспозиция разворачивается вокруг сюжета о рае и золотом веке тех времен. Выставку уже увидели в Шанхае, Ростове и Краснодаре. Она начала свою историю 5 лет назад. Около 40 живописных работ, ключевая тема которых – «Древо познания». Каждая художница постаралась раскрыть тему со своей стороны. Уникальность экспозиции в классической подаче современного искусства, что делает ее понятной каждому. В своих работах мастерицы используют смешанные техники. Для полной передачи того или иного образа использовали камни и сусальное золото. Отмечу, в планах художниц дополнить проект новыми работами. Тема рая, ну, это, наверное, как какая-то самая первая легенда о человечестве, о том, что начало происходить на Земле, о проблемах любви, страдания человеческой жизни, но то, что волнует каждого человека, и то, что проходит не только через библейское, да, понятие о добре и зле, о жизни и смерти, но и через культуру всех народов.